18 наград различного достоинства завоевали воспитанники спортивных школ Дагестана на первенстве России по тхэквондо среди слабослышащих спортсменов. Соревнования прошли в населенном пункте Тихорецк Краснодарского края. В активе команды республики 9 золотых медалей, 4 серебряных и 5 бронзовых. Всего же обладатели 12 комплектов наград определили около 150 спортсменов. По итогам наставники сформируют национальную сборную для участия в первенстве мира.